Для моделирования салюта попробуем использовать закон сохранения импульса. Нарисуем много светящихся звездочек, на которые у нас разлетится ракета, поднявшись на самый верх своей траектории. Размножим эти звездочки и, перенеся время от нуля на какое-то расстояние, нарисуем окружность и растянем эти звездочки, распределим их равномерно по всей окружности. Так у нас будет разлетаться салют. Потом мы выделим все эти звездочки, скопируем их, чтобы их было побольше, несколько таких окружностей разлетающихся. Они у нас сдвинулись немножко от начала. Мы их выделим, кейфреймы все, придерживая кнопку Ctrl, и перетащим в начало. Ну, точно так же сделаем еще два слоя, скопировав предыдущие два, немножко их уменьшив. Нарисуем траекторию, вдоль которой будет двигаться центр масс всей этой системы. И привяжем к этой траектории наши сгруппированные звездочки, находящиеся в одной точке, там, где они разорвутся. Группируем. Их много, поэтому длительная операция получается. Надо все пересчитать. Теперь мы выделяем траекторию, копируем ее, выделяем звездочки, Snap to Path. Немножко приукрасим, раскрасим фон, сделав небо немножко вечерним. Можно порегулировать эту градиентную заливку, линейную. И запустим наш проект. Проверим, как разлетаются наши огоньки без траектории, когда центр масс будет неподвижен. Для этого достаточно просто разгруппировать все наши звездочки. Свойство разлетания у них сохранилось от единого центра. И этот центр неподвижен. Повторим примерно наш проект. Нарисуем от руки траекторию. Выделим ее. Сделаем невидимой. Привяжем Snap to Path наши огоньки. И они опять летят по траектории.